Во Владивостоке прошли 16-е соревнования по городскому экстриму среди студентов и курсантов учебных заведений на Кубок Главного управления МЧС России по Приморскому краю. За право быть лучшими боролись 50 человек из 25 команд. Целью соревнований стала пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, проверка умения грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, повышение спортивного мастерства. Разделены по блокам, есть блок природных, это вот, как я говорил, на скалах, там Охох, кстати, мы туда тоже перенесли. Дальше есть блок водных, помощь пострадавшему на воде. Это в бассейне ДВФУ предоставил нам бассейн для проведения этих соревнований. Там есть и выброска конца Александрова круга, транспортировка пострадавшего по воде, проныривание под водой, поиск пострадавшего. Туда же мы перенесли и медицину, то есть, ну, соответственно, реанимационные мероприятия, если вытащили пострадавшего из воды, и блок теоретических вопросов по медицине. Но основная часть этапов у нас расположена на академии, где такие специфические этапы, как подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание. Состязания получились яркими, интересными и динамичными. Соревнующиеся демонстрировали членам судейской коллегии свои практические и теоретические знания, навыки и выносливость в выполнении заданий. Олег Завьялов, новости на Восьмом.